Итак, приветствую всех на последней игре сегодняшнего дня в китайском регионе. Вичи Гейминг против Team Max. И та, и та команда. Это отбор. И та команда отобралась через Open квалификации. И, возможно, даже в каких-то квалификациях они играли друг с другом, потому что Team Max, насколько мне известно, первую проиграли. Выбирают силы света. И должны быть команды друг с другом знакомы. Очень быстро, на самом деле, прошли пикабаны. Я пока летабл все настраивал, уже вот, вторая стадия пика идет. И что мы видим? Вичи Гейминг, не суетясь, берут себе Лондруида, Вингу. Осталось 5 секунд. Берут себе Эсфа, Веспа. Видимо, все у них заготовлено, ко всему они готовы. Дополнительное время. Тимакс берут на это пока что только. Комбинацию стяжка с Танслардара. Есть Вич Доктора, неплохой саппорт. Неплохо работает против Виспа, против Лондруида. Но... чем будем убивать? Тинкер! Тинкер, допустим. Силы тьмы запрещают героя. Но нужно все-таки хардкор. Силы света запрещают героя. Желательно иметь героя, который с ручки может побить. Эсфа, Лондруида особенно. Шарик лопнуть. Но вот я вижу спектру. Осталось не знаю почему. Секунд. Второй раз за сегодня я вижу спектру. Осталось 5 секунд. Нет. Банит клока. Выбирают силы света. Чтоб не обузили души, видимо. Ну, есть минута 40. 2 минуты даже на выбору Team Max. Осталось 10. На самом деле много кто неплохо смотрится. Начиная Осталось с Вена Сларков. Заканчивая в Рейскингами, которых было сегодня много. Но в Рейскинга брали как такого. Кэрри, но не одиночного. С Жиггернаутами. Со всяким таким. С Дестройерами. Ну да, остановились на Сларке. Относительно неплохой герой против Лондруида. Против Бэтрайдера, кстати, довольно-таки неплохой. Веспа хорошо кушает. Единственное, с СФОМ могут быть проблемы. Но посмотрим, как это все будет исполнять Team Max, как это будет исполнять Вичи Гейминг. Вис Бэтрайдера тоже знаменитая страта из 2007-го. Дефолтные уже у нас телепорты. DDC на винге. С двумя псами. Передумал. Поставил как-то странно внизу. Может, он думал, что это сентри. Да, очень странно это выглядело. Опа. А вот тут ревил такой произошел. DDC, возможно, даже не заметил. Или сделал вид, что он не заметил. Но вард этот процентов на 80 сейчас найдут. Потому что его чуть ли не в каждой игре ставят. Найдут? 30 секунд до начала сражения. Еле-еле краешком задевает. Так вообще вроде бы еще один вард где-то не поставили. Да, у Стардара. Здесь медведь, видимо, хочет медведем сорвать руну. Господин Энд. Нет? А зря. Попробовать можно было. Поехали. Расходятся по линиям, даже нет у нас
так сказать, дефолтного дабл трипл мида. Никто не помогает. Висп на топе. Слон друидом, которому, по сути-то, и не нужна помощь. Тем более против Дарксира. А внизу Бэтрайдер против Сларковича, доктора Стардара, да, на этой линии он не постоит. Лучше бы Венга с Витпом пришли вниз. Ну или на центре помогли бы СФУ вначале, это точно было бы полезно. Так. Дарксир... От кого я точно не ожидал смерти, так от Дарксира на этой линии... Да. Начал он, видимо, уходить от тизера, от стана. Ну, сам себя передумал. Хотя бы получил бы второй левел перед тем, как умирать. В центре Тинкер старается напрягать Shadow Fiend, пока тот не получил души. А Венга уже идет помогать своему тиммейту. Ждет еще Веспа. Нет, судя по всему. Венга вернется помогать наверх, а Висп будет остиливать Shadow Fiend. Висп, видимо, подбайтить хочет или что? Не очень пока понятно. Да, все, вернулся, начал хилить. Внизу Бутрайдер должен понять, что ничего ему не светит, пойти фармить лес. Наверху Дарксир должен понять, что он может фармить лес, пойти фармить лес. И, в принципе, все логично. Не считая этих големов, которых трудно будет фармить. Венга. К Дарксиру или на мид? Получила второй левел. Должна была понять, что Дарксир в лесу качается. Тинкер с дабл дэмэджем. Опасно, опасно. Ну, чтобы он спустился на лоу-граунд, тогда Венга сможет выйти. Вот что-то типа того. Да, есть еще и Висп. Только, возможно, надо было на Венгу тизериться. Ой, и третий койл. Буквально на 5 хп выживает Тинкер. Очень хорошо сыграл СФ, но чуть-чуть не повезло. Возможно, там одной тычки от Веспа или что-то такое не хватило. Ну, кстати, на такой линии, возможно, в один стоило Роура взять-то на лондруиде. Мало ли что. СФ опять выхиливается ботлом, выхиливается виспом. Он даже не покупал свой ботл, купил себе сапог. Ну, адекватно он и не должен, скорее всего, здесь брать ботлс. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Вопрос, где будет что-то происходить в ближайшее время. Есть Лардар. Ночь. Внизу инвиз. Кто заберет инвиз? Висп увидел, но не стал брать. Сейчас у него возьмет, да? Вряд ли, конечно, внизу что-то получится у них сделать. Да, Бэтрайдер просто забирает стаки в вражеском лесу. Старк будет пытаться хоть что-то состилить. Нападение. Можно, в принципе, уже тизериться. Неплохо. И должен выживать здесь Бэтрайдер, засейвил его Висп. Здесь Венга предпринимает странные действия. Вела крипов, видимо, чтобы он друид смог спокойно пушить вышку, но не тут-то было. Верхняя башня сил света заслуживает достойного обращения. Да, катапульты засейвили, новые крипы почти пришли. Хотя, возможно, решили на катапульту не сейвить. Что-то верхняя башня сил света.
себе дороже. Медведя не хочет напрягать. А со Слардаром можно здесь что-то и придумать. Заходит в спину. Нужен будет в любом случае третий герой. Хотя бы вижедоктор какой-то. И все это еще при всем этом видит Twitch Gaming. Райдер опять идет фармить леса. Ничего абсолютно ему тут не сделать, и же доктор еще и отфидить может. Сларк хорошо зонит, помогает. И Висп здесь на подкрепе стоит. Шестая минута, пойдет забирать руну. Виспу опять везет, руна появляется у него. Хотя, возможно, ведь доктор. Нет, не пошел. Или пошел. Да, Вис пошел сначала за баунти, вместо того, чтобы чекнуть нормальную руну, и... И же доктор сломал ее просто. Медведя начали наконец прокать корни. Появился шанс убить Дарксира. Здесь же Слардар, но нужны телепорты. Что-то это очень странно, Таурк уже Дарксира задонайл. Можно еще и медведя пытаться убить. Щитом просто надамажить. Ой-ой-ой-ой-ой. Это энд. Он своих медведей не бросает. Тинки решает сначала купить Силуринг. Есть ли у него стаки? Стаков у него нет. Но, тем не менее, Силуринг у него будет. Где у нас Висп? Висп захиливает опять Бетрайдера. Непонятно, зачем ты играть на Бетрайдера, хотя он может с леса все то же самое доставать и все то же самое стоять здесь один. А вот помочь Шадофинду. Ого. Интересненько. Помочь Шадофинду в миду, сделать ему пару стаков было бы неплохо. А стаков нигде нету. Так, ну это действительно уже интересно. Вот это уже опасно. Есть отхил, есть шары. Надо попадать. Теперь не помешало бы залечить. Второй маледикт. Отлично выживает. Все еще попали на шрайн. Наверху за вингой бегут щиты. Поднять щиты за вингу. Как говорится. Да, и внизу нападение. Сларк пытался уйти. Паунс Бетрайдера и умирает. Слардар неплохой стан, нужны корни. Корни. Да. Медведя он добивать умеет, так корни что-то у него так все срабатывают. Тяжела доля нижней башни сил света. Сооружение сил света крепкие, словно кто-нибудь помогите. Нет, ну мне действительно интересно, он реально будет собираться через Юл. Да, это походу будет круто. Давно не было этих сумаилов. Через Юл и блинки, возможно даже Аганим будет. Лондрид стоит наглую, фармит вражеский лес. Есть у него перчатка на Мейлшторм. Вис фармит свой лес. Купил руну, будет он собирать меку. А здесь нашли Лондрида. Дает фир. Чуть-чуть доктор не отъехал просто с корней. Если бы захотел там еще пару тычек дать, возможно бы... Видишь, доктор отъехал. А здесь убили Дарксира. Через ваб в лассо, возможно. Даже нет, лассо не было. Как-то это слишком на халяву. Что ж, я пропустил. Так, собрались тем Макс на шрайн. Взять Тинкер Арм.
он, друид, переходит в свой лес. Понимает он, что тут безопаснее будет. Правда, как они со сфом будут фарм делить, я не очень понял. Блин, Кустлардара будет не скоро. Дарксир почти с доминатором. Интересно. Будет ли здесь комбинация? Дарксир стягивает своего кентавра и стан. На это я бы взглянул. Стардар подсейвил своего Дарксира. Есть релокейт. СФ, Юл, ультимейт. Минус Дарксир, минус Стардар. Отлично, Вичи Гейминг. И сразу же приобретается Блинк Даггер. Янг. Здесь еще Винга на пару с Лундруидом убивают Тинкера. Ну, какой-то разгром по всей карте пошел. Даже не потратил ничего. А, ну, DDC опять на фейзах. Парень в этот раз более уверен, что ему нужно. Даже ауру стал раньше качать. Да, довольно-таки быстро падает Рошан, нет, правда, минус армора. И нет пауэр трицев. Но все равно быстро падает Рошан. И Бутрайдер занимает тем, что выфармливает вражеский лес. Дарксир с доминатором может своего крипа по миду пустить. Ларка скоро будет Лотар. С Лотаром, возможно, что-то будет получаться. Кого-то виспа подрезать. Вингусика, Бутрайдера с кем-то, но тоже как-то слабо себе верится. Но у Стардара все плохо, Блинка еще скоро не будет, и непонятно, что делать. Сидеть на рампе деф через Тинкера. Тут у Винги много левелов, тебя свапнут, и Бэтрайдер вывезет. Да, Лундруид уже практически Мейлшторм. Телепорт в смоук. И говорит Вис, пойдем туда. А мы к вам прилетим, ребята. Взлетает Бэтрайдер. Здесь все. Тинкер тоже летит. Есть релокейт. Стан. СФ. Нужно выбрать кого-то. Есть ультимейт. Дарксир. Один удар еще. Умирает. Пытается убежать Стардара. Пытается убежать Стара. Кидает Рокет. Рокет вообще неприятная Тинкера. И Вичи Гейминг продолжают захватывать преимущество на карте. Но этот Тинкер... О, как он может затянуть сейчас игру? Четыре секунды до свапа. Прорезает Винге путь к свапу. Правильно я понимаю? Да, так Винге об этом не сказали. Не, ну Дарксир без Мики это не серьезно. Что он будет делать с этим доминатором? Кокосики полезнее этого доминатора. Ладно, время переключиться на нетворсы. Уф! 8000 по золоту выигрывает Вичи Гейминг и 5000 по опыту. Да. Таких тимак сегодня еще не было. Смог. Попытка что-либо сделать. Сларк в лотаре отправляется в разведку. Скоро от нижней башни сил тьмы останутся одни осколки. Заходит Раш лес, тут есть Вингусик. И только что летел Бэтрайдер. Винга это слишком просто. Это называется победа. За что центральной башней сил света все эти страдания? А у Шэдоу Финда, кстати, появился уже блинк. Делает он БКБ. Вероятно, потом купит все-таки Аганим. Хотя, возможно, начнет собирать и адекватные артефакты.
да, ну, расходятся. Что Вичи Гейминг, что Тим Макс. Хотя есть релокейт. Сосфом. Цепляют Тинкера. Пульт. Чуть-чуть криво, но достаточно, чтобы убить. Слава богу, не было помощи к Тинкеру, и никто не погиб. Все еще есть лассо. Можно найти кого-то Сларка. А это могла быть ошибка. Неплохой свап, сейвит себя Вингалити, Слардар, можно его хватать. 2 секунды кулдаун блинк. Есть Юл. Не хочет тратить лассо, Бутрайдер. Ландурит пока что рычит на Таура. Под виспом, кстати, как наваливает он. Да, и все еще есть лассо, есть смоук. Пытается кого-то выцепить Бэтрайдер. Марш пропал. Пингует на это Витч Доктор, пингует Слардар. Да, слишком это стрёмно выглядит. Просто отходит Вичи Гейминг. Скоро у них падает Эйгис, и вероятно будут дожидаться следующего Рошана. Хотя есть еще у них 2-3 минуты. А, нет, это Дарашан 3 минуты. Эйгис вот-вот дропнулся. Ну и под виспом настреливает ауру. Сларк в спине забрал Куру. Бутрайдер находит, цепляет лассо. Не успевает Сларк прожать Дарпакт. И отлично, 3 кайла. Перепризывает медведя. Поймать бы как-то этого Тинкера. Нет, не удастся. И Вичи Гейминг пока что просто отступают. Нужно им забрать верхний последний тир 2 таур. А у Тинкера тут только появился блиндагер, и ловить его станет еще труднее. Что у нас винги? Покупает винга худ, либо пайп, не будет линзы, чтобы подцеплять как раз Тинкера издалека. И до 12 левела тоже еще как-то жить нужно. У Шадуфинда откатился ультимейт. Можно придумать какой-то взрыв через Юл. Выспать чуть-чуть остается до меки, буквально рецепт. И возможно даже... Нет, рецепт на меку. Форстав приобрел Янг на Бэтрайдере. И у Лондруида практически Мджолнир. Без рецепта. Все очень круто, Вичи Гейминг. А здесь армия Дарксира. Готов он, видимо, под стяжку. Станет этим кентавром. И пока Слардар, ты блинк себе купишь. Хотя у Слардара уже почти есть блинк. И мека появилась у Драксир, возможно, переворот не так далеко, как мы думаем. Единственное, Сларк очень голый. Эти 1100 хп разлетятся за один стак. Квиз со Сфом готовы куда-то лететь. Где Бэтрайдер? Бэтрайдер ждет Тинкера. И пингует. Я жду Тинкера. Опа. Это было... странно. Возможно, он что-то прочувствовал. Да, Вичи Гейминг. Надо бы собраться уже по верхней линии, пойти добрать последний тир 2 Таурус. Здесь появляется Рошан, Дарксир это палец своим крипом. И Тим Макс в смоке с блинком на Слардаре.
Будут ли они пытаться зайти в спину команде Vici Gaming? Нужно как-то прыгать в лон Друида. Тинкер летит. Вингу практически сразу стирает. Бутрайдер прыгает, не знает, кого ловить. Нашли Тинкера. Взрывает его СФ ультой. Винга убегает. Чуть-чуть живет еще от веспа. Стяжка по двоим. Станом никуда не дает. Лон Друид убивает всех, кого видит. Винга все еще живет пока что. Дарксир умирает. Старк пытается уйти. Один остается из своей команды. И Лон Друид неплохо так настрелял, я вам скажу. Итог боя. Shadow Fiend 2700, Lone Druid 2800. Все еще осталось лассо у Бэтрайдера. Если сейчас поймать Тинкера, да можно и Стардара, почему бы и нет. Летят кокосики эти все неприятные. И что, видимо, отойдут Vici Gaming. Пойдут перегениться, заберут Рошана. Тинкер продолжает свой сплитпуш, не делает линзу, сразу делает эгоним, но она и правильно. СФ все еще даже без пауэр 30, Старк заходит очень нагло, куда ты делся? Что это было? Что-то странное сейчас произошло. Лон Друид заберет Аеги, скорее всего. И файнал пуш по миду до трона. И Вингусик и Батрудусик идут, ломают ворды, пытаются кого-то выцеплять. Скоро от нижней башни сил тьмы останутся одни осколки. Сев здесь сидим, он думает, что поймает Тинкер, но... Нет. Да. Не сегодня. Но действительно стоит бы пойти уже и закончить. Пока у вас есть Aegis, пока у вас такая мощь в виде 15 тысяч преимущества по золоту, по XP. А у Сларк всего лишь Лотары Сабли, и он падает мимо проходя. Медведь. Нашел Стардара, нашел Вич Доктора, нужны корни. Корней нет. Есть Юл. Два Кайла. Будут ли? Одного достаточно. Тинкер прилетел и начинается. Где Бэтрайдер? Так далеко ты его не поймаешь. Да, Тир-3 снесли. Опять же, два варианта. Либо добивать, либо пойти сносить шрайны. Глиф есть. Глифа нет. Ну, все, стоим, добиваем. Миссы маленького медведя, стяжки, станом не попадают. Все. Можно на этом заканчивать. Снесли бараки абсолютно без боя. Тинкер дает лазер маленького медведя. У Веспа уже мека. Винги почти пайп. Да, у Веспа тоже слот появится. Пик у Лон Друида нет, ну... Если Vici Gaming не пойдут и не сдохнут сейчас просто пятером, то шансов здесь очень мало. Я бы даже сказал, их нет. На самом деле забавно, как с Дарксиром и с Лордаром с блинками не смогли они скомбинить стан в двух героев стянутых. По-моему, здесь кого-то не хватает.
Батрайдер. Ну, если цеплять Тинкера, это практически ГГ. Если никого не цепляет, то это не ГГ. В принципе, игра логична. О, подцепили Бэтрайдера, и есть сразу же свап на сейф. Кокосик. Отличный форс. Все живы. Все абсолютно живы, просто фулл ХП. Абсолютно весь все равно шел в пайп, и будет еще одна попытка. Подошла пачка крипов. Будет ли еще разлетать Бэтрайдер? Варс все еще стоит. Неплохо развели Старка 0 тиммейт, а вот здесь уже тяжело. Тинкер гоним. Стяжка неплохая, но не было стана. СФ БКБ разлетился. Пытается отойти. Кокосики неприятно летают, но БКБ особо это не проблема. И вот если бы сейчас под эту стяжку залетел бы Слардар. Ух. Ух. Походу это был бы камбэк. Да, ну, на самом деле дожили. Вичи Гейминг, Тинкер с Аганимом, пушить его нереально. С другой стороны, ты бежишь, тебя стягивают, ты не поймал никого, ловишь стан, Вист Вио возит, сейвит неплохо. Вижу, доктор падает за два удара. Слардар падает за три удара. Все остальные уходят. Сбить телепорт нечем. Но пишет ГГ все равно. То есть Ларк. Слишком большой перфарм. Даже агонимный Тинкер такой не дефит. .3.21. Одного килла не хватило. Но, возможно, завтра. Так, ну, а я с вами прощаюсь до завтра. В то же время, на этом же канале, в 5 утра.